Полицейские разыскивают водителя мотороллера, который устроил ДТП с припаркованной машиной. Друзья байкера успели снять виновника на видео до того, как он сбежал с места аварии. И, возможно, эти кадры помогут найти нарушителя. События развернулись ночью в поселке Николаевка. Компания пьяных молодых людей каталась на грузовом мотороллере «Муравей». В темноте водитель не заметил припаркованный «Рено Дастер», и трехколесная машина влетела в иномарку. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в кузове «Муравья» сидели 6 человек. По счастливой случайности никто из них не пострадал. А ты сколько выпил? Маленько там выпил. Пассажиры мотороллера и после аварии продолжили распивать алкоголь. Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция. Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам дежурной части 79 35 04 или 79 20 10.